Теперь Гаварин просто должна выиграть Лигу чемпионов после такого матча, да? Порвем Реал. Ну, теперь, конечно же, под ваши аплодисменты я хотел бы пригласить вы главного судью наших соревнований, мастера спорта Советского Союза, заслуженного тренера России Александра Аркадьевича Скороходова. Аплодируем. И, конечно же, главного организатор этой замечательной программы, конечно же, это Борис Григорьевич Тихонов. Борис Григорьевич, здесь много его учеников, судья всесоюзной категории, мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации. Что, друзья, мы уже работаем с вами с 5 часов в прямом эфире. А вот еще давайте позовем нашего Полина. Можно вас на секундочку нашего Green Girls помочь? Чтобы вам не держать все в руках. Нет, подождите. Вот не сбивайте вы никогда ведущего. Вот, Полиночка, спасибо. Помогите нам поддержать призы. Вот теперь весь парад сборный. Знаете, как смотрите профессиональный бокс, смотрите. Похоже, на смерть. Ну и, конечно, с вами весь этот вечер был я, спортивный комментатор, лауреат премии «Золотое перо России» и анонсер Константин Осипов. Спасибо, друзья. Будем рады. Ну что ж, теперь у нас много интересных призов, подарков, и, надеюсь, это будет приятно. Специальные, красивые призы, потрясающие работы – это от команды «Бавария», от команды «Айнштетт», очень стильные, современные, и от оргкомитета Борис Григорьевич сейчас вручит команде «Бавария» этим назван сегодня лучшим боксером. Да, пожалуйста, как президент, тоже. Супер, все фото. Итак, друзья, вот сейчас напоминаю, что я как ведущий церемонии Оскара. 100 конвертов и приз один, да? Друзья, ну что, в команде Германии это... Па-па-па-пам! Кристиан Дерсер! Потрясающе. Команде в России. Покажите нам победителей. Это под вашим взглядом Анатолий Пешко. Не забываем делать фотографии. Дорогие друзья, сейчас у нас с вами есть очень приятная церемония, потому что свой специальный приз для нашего турнира учредил заслуженный тренер России, один из лучших специалистов и боксеров нашей страны, Советского Союза. Ну а сегодня главный судья нашего соревнования. Давайте поаплодируем, покажите на камеру приз. Это Андрес Йегер! Персональный приз от Александра Аркадьевича Скороходова. Не забывайте фото, приз, пикчер.
Дорогие друзья, у нас есть сегодня еще один личный персональный приз. И не от кого-нибудь, а от судьи республиканской категории, мастера спорта Советского Союза, двукратного финалиста чемпионата СССР. А вы помните, что это такое, да? Как это было трудно пробиться в финал. И тем не менее, Сергей Федорович Зелеблюк. Пожалуйста, ваш приз. Это... Я бы вас назвал, знаете, как донки, знаете, русские донки, вот это, у того такие волоса святые, а у нас в Бразилии говорят, что все меньше и меньше. И наша очаровательная Ринго с Полина вручает кубок. Но кому же, потому что счет-то 3,5 на 3,5, ничья сегодня. Поаплодируем! Дорогие друзья, торжественная пора закрыть наше соревнование представляется Борис Григорьевич Тихонов. Дорогие друзья, мне очень приятно было сегодня наблюдать за теми боями, которые сегодня прошли на очень высоком уровне. И я думаю, что наши баскетболисты порадовали зрителей участников. Спасибо вам большое и за продолжение наших русских традиций. Друзья, мне очень приятно сказать, что когда было такое же шоу в 2000 году, пролетело 18 лет, многие даже не родились, мы сделали в казино «Корти» такую же программу, и также был матч «Бавария» Санкт-Петербург, и также были и я был рекономством, и также Борис Григорьевич, и Александр, помните, да, Александр Герман. Приставки президент команды «Айшнер». Einen herzlichen Dank an den Veranstalter. Es war hervorragender Boxsport, eine wunderbare Show, die wir lieben vergessen haben. Ich wünsche den Gastgeber weiterhin alles Gute und aber weiterhin Deutsch aufstehen. Dankeschön. Ja, bei на чистом немецком, на чистом русском. Вот наша камера, сейчас все смотрят вас. Мы сюда приезжаем с большим удовольствием, потому что мы сюда приезжаем на праздник. И такое большое делаете шоу, нам так приятно, что когда вы к нам приезжаете, мы по всем наших больших игрых залах, центрах, мы не можем с вами сравниться. Большое вам всем большое спасибо. Спонсоров, за организацию, всем тренерам, всем судьям, всем боксерам. Без боксеров мы не могли бы так тоже присутствовать. Большое спасибо ведущему, очень приятно, девочке, которая нас поддерживает, зрителям всем. Большое вам спасибо. Мы вас приглашаем в следующем году в Германию и в Австрию, если у вас будет ваша возможность. Может, даже в этом году найдите время, мы устроим для вас два боя, один бой в Австрии, один бой в Германии. Повали. Спасибо. Друзья, мы все втайне надеемся, что
на чемпионате мира по футболу в этом году в России летом в Москве в финале встретятся команды Германии и России. Вот флаги вот так висят, флаги, и они будут летом уже. А вот кто победит, я уже тогда не знаю. Ну что, все. Да. Друзья мои, я еще сюда приглашаю Ринь, если у кого-то еще остались силы, может быть, из друзей, пожалуйста, поднимайтесь, Дмитрий Мишарин, Алексей Иванов, сделаем фотографию, Денис Рекин, пожалуйста, Олег Наумов, выходите к нам, Аллу Вагапов, сделаем фотографию. Денис, выходите к нам, вы же профессиональный боксер. Так, а потом стройте нас красиво, чтобы все было, знаете, по немецкому счету. Валера, стройте нас. Как Мерседес, чтобы все работало. Пожалуйста, команду. Сначала давайте с кубков красивые. Александр, идите к нам. Александр, идите к нам. Идите, идите. Ждем вас. Дмитрий, давайте сделаем, чтобы назвались на следующее. Не торопитесь. Давайте, 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 конечно, конечно. Вот это да. Кубок красивый. Олег Красный. Максим Нестеренко к нам пришел. Легенда мирового бокса. А вы подальше, можно дойти на три шага подальше. Ага. Это самое большое селфи боксерское в мире. Ага, давайте. Все, все будем себя отвечать в Инстаграм. Yeah.
Jo, mach ich. Jetzt musst du transportieren nach Hause. Ne? Ja. Strafe muss sein, gell? Top. Alexander. Я же русский Ваня, в Санкт-Петербурге, Ваня на 20-м этаже. Пентхаус на высоте называется. Завтра в бане. А у вас не осталось эмблемы? Не, музей. Просто пошли, как бы. Вы красивы. Футбол наши учатся. Да. Они все забирают все деньги у нас. Ну давайте, да, конечно. Давайте. А дайте ему. А я же сам переводчик по специальности. Кроме того, я еще известный шашист, шахматист. У меня это тоже. Их очень голландцы. Das ist ja nett. Top.